Точно. Все, запись пошла. Всем-всем добрый день. Мы сегодня разбираем приятную тему, которая поможет нам в конце года и в новогодних каникулах. Новогодние каникулы – время наладить сон и питание. Мы уже немного с вами раньше разбирали различные рецепты, каким образом что готовить, как очень быстро это сделать. Вот, разберем еще раз. Что-то, возможно, вы услышите новое. Напоминаю, что я эксперт компании, преподаю химию в Уральском государственном медицинском университете. То, о чем мы сегодня будем говорить, оно связано не с дефицитом еды. Дефицита еды как таковой в Российской Федерации нет. Вы можете зайти в любой киоск, вы можете зайти в любой магазин и увидеть огромное количество разнообразной еды, которая там продается. И на каждой упаковке обязательно вы найдете белки, жиры, углеводы. Но дело в том, что кроме белков, жиров и углеводов нужно еще большое количество других веществ для того, чтобы организм работал правильно, для того, чтобы он работал как часы и не было болезней как таковых. А это минералы, это витамины и микронутриенты, которые относятся ни к классу минералов, ни к классу витаминов. Если все это сложить, это будет около 50, 60, 70 веществ с биологически доказанной эффективностью. И поэтому сбалансировать питание так, чтобы мы в то же время не тратили очень много времени, и для того, чтобы питание было лекарством, чтобы еда была лекарством, так как она изначально подразумевалась, не только насытить, да, белки, жиры, углеводы, а чтобы все-все-все прямо вот у нас там было. Дело в том, что как бы обесценивание по минералам и витаминам – это очень такая серьезная проблема. И вот буквально несколько дней назад я была на конференции и приводили пример яблока. Яблоко Краснодар за последние, по-моему, 12 или 13 лет в нем стало в 17 раз меньше калия. Услышьте. Краснодар, ничего не поменялось, Краснодар, как и был Краснодаром, вот. Но за последние 13 лет в 17 раз уменьшило содержание калия. Это в основном связано с невозможностью в современных условиях использовать землю правильно. То есть раньше, там 19 век и так далее, было понятие отдых земли, когда, например, там земле целый год давали, то есть на ней ничего не садили, а давали ей отдохнуть. Сейчас, как вы знаете, ну, в Краснодарском крае все распахано, каждый клочок земли использован. С учетом, что, например, яблоки – это не тот растение, которое растет каждый год, да? То есть яблони ты посадил, она растет очень-очень долгие годы, и яблоневый сад никто не пересаживает. Ну, регулярно имеется в виду. Вот таким помощником являются наши продукты под серией Body Mission, или сейчас это называется набор Flexi, о чем сегодня и пойдет речь. И я вам предложу разнообразные такие рецепты, которые можно будет использовать и сразу после Нового года. Я активно это буду использовать в субботу и воскресенье, потому что у нас в субботу и воскресенье две вечеринки для наших партнеров и клиентов, и мы, соответственно, будем готовить на этих вечеринках прямо при партнерах. Вот это очень быстро, вкусно и вообще очень как бы так комфортно воспринимается. А первое, о чем пойдет речь идет о супах. Конкретно томатного супа у меня нет, у меня только вот в наличии овощной суп карри и суп картофель. Как вы видите, банки с этими супами очень большие, вот размер с мою голову даже больше, да, видно. Вот, что там такое содержится, вот так вот выглядит он уже в готовом виде, когда он приготовлен по рецепту, рецепт чуть ниже будет, да, он вот представляет из себя достаточно такой густой суп-пюре, вот, который можно украсить зеленью, натуральными помидорами, вот здесь, по-моему, перец черный положен, и, или сметана, или йогурт, ну, непонятно по фотографии.
Значит, на упаковке написано, что для приготовления одной порции полноценного томатного супа нужно 4 столовые ложки с горкой и, соответственно, 300-350 миллилитров кипятка. А сам суп, он натуральный, посмотрите, он состоит из сублимированных томатного порошка, вот, из томатных хлопьев, из порошка свеклы. Туда же добавлена соя, кукуруза, лецитин, петрушка, гидролизованный коллаген. Коллаген у нас животного происхождения, скажу сразу. Честно сразу, он у нас бычий коллаген, поэтому, значит, вот если вы мусульмане, вам подходит, если вы вегетарианцы, то супы вам не подходят, у вас остаются коктейли, потому что коктейли содержат только сою и не содержат гидролизованный коллаген. И, соответственно, посмотрите, какое количество добавлено витаминов, минералов, и циферки стоят, процент этого минерала, если вы употребите полную порцию, вот, процент от дневной нормы. Значит, витаминов получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 витаминов и минералов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 минералов. А супы уже не солятся, потому что там достаточное количество минералов. Они уже такие, ну, достаточно концентрированные, соленые. Значит, вот такой из рецептов был когда-то нам предложен. У нас была организована такая программа в интернете, и выглядело это так. Это рецепт для домашнего использования. Значит, берется сливочное масло хорошего качества или высококачественное оливковое масло. Берется лук-порей. Этот лук-порей, он, соответственно, режется очень мелко, и на небольшом количестве масла хорошего припускается на сковороде. После этого туда добавляются живые томаты, порезанные тоже кусочками, и после этого вы уже добавляете томатный суп, кипяток, и когда, значит, это все готово, посыпаете зеленью. Очень вкусно, если добавить молоко, сливки, сметану, ну, на ваше усмотрение. Кстати, опять же, если вы не употребляете продукты, например, там, от коровы, да, то вы можете козьи продукты употреблять, или, например, соевое молоко, или что-то другое. Вот. Получается очень вкусно, очень полезно и достаточно такой сытный супчик. А следующий супчик у вас оценят все-все гости, которые останутся у вас ночевать. Дело в том, что этот рецепт, он реально такой, ну, ресторанный, он очень вкусный и он очень разнообразит новогоднюю еду. Он будет маленький по калориям. Он будет сытный по минералам, витаминам, соответственно, если вы что-то переели в новогоднюю ночь, если вам как-то некомфортно, то никакой тяжести вам не доставит, с учетом, что майонезные салаты, как бы мы их ни любили, но после новогодней ночи уже есть невозможно. А это просто вот вообще вот чудо. Значит, здесь единственное, что нужны морепродукты. Например, креветки, которые вы слегка поджарите, опять же, на хорошем масле, здесь все изображено. Вот, здесь, значит, небольшое количество приправы, можно, значит, их еще лимончиком, соответственно, обработать. И приготовите томатный суп вот с такими креветками или другими морепродуктами. Вы знаете, смею вас уверить, это очень вкусный рецепт. Вот, и все после новогодней ночи, после салатов и тяжелого застолья, прямо, знаете, у всех глазки откроются, и все пойдут кататься с гор. Вот, или гулять. Кстати, это можно сделать и в саму новогоднюю ночь, потому что это делается очень быстро. Вот, и даже если у вас нет гриля, как здесь нарисовано, да, вы уже можете просто в духовке сделать быстро очень морепродукты. Вы можете их сделать на сковороде. Но еще раз, во всех классических рецептах идет сливочное масло хорошее или оливковое масло. Вот. Никаких других масел не используется. Следующий суп – это суп картофельный. Вот так вот он выглядит, если мы его просто сделаем, ну вот веточкой зелени мы украсим. Сейчас мы посмотрим, из чего он состоит. Слим-актив – картофельный суп домашний.
Готовится он по рецепту, если полная порция, 4 столовые ложки, 300-350 мл кипятка, содержит 45% лобков картофеля, крахмал, сою, кукурузу, лецитин, петрушку, морковь, сельдерей, зеленый репчатый лук, шпинат, куркуму. Вот, все эти продукты очень полезные, куркума вообще считается пряностью долголетия в Востоке. Гидролизованный коллаген и практически такие же витамины-минералы. Дело в том, что в каждом овоще витаминно-минеральный состав, он свой, и поэтому немножечко циферки у вас будут туда-сюда скакать. Поэтому если кому-то нужно, можно просто сфотографировать слайд или воспользоваться нашим справочником. Вы знаете, этот суп является базовым. И в воскресенье и на этой неделе у нас было мероприятие для партнеров, я стараюсь использовать один и тот же рецепт. Этот рецепт проверен, и когда у вас большое количество клиентов или партнеров, или даже 6-7 человек, то есть это небольшое количество, да, это можно сделать прямо вот вместе. Значит, нам потребуется всего-то навсего заранее нарезанная зелень. Зелень нужно резать как можно мельче. Петрушку, укроп. Кто очень продвинутый, можно туда добавить другие пряности, но не все любят кинзу, не все любят зеленый лук, да, но это уже на ваше усмотрение. Дальше нам потребуется кипяток. Кипяток – это просто в чайнике вы его сделаете. Нам потребуется большая емкость, где вы это все будете готовить. И все это делается очень легко. Значит, у нас желательно, чтобы были все три супа, тогда самый вкусный. Значит, вы просто сначала выливаете кипяток приблизительно, но не надо готовить на мероприятиях, например, под 350-400 мл на человека. Достаточно приготовить полпорции. На человека это вот 200 мл. Приблизительно прикинули, сколько человек, столько стаканчиков кипятка. Дальше. На каждую такую порцию взяли не более, чем ложку с горкой. Иначе будет очень густо. Иначе будет очень густо, а все равно кто-то что-то еще захочет попробовать. Это может быть гель там или еще как-то. И вот исходя из стакана кипятка и одной ложки с горкой, вы на каждого человека насыпаете. Значит, если у нас всего супа одна ложка с горкой, то вы пол ложки кладете картофельного на каждого человека, а по четвертинке кладете карри и томатного. Когда это все смешивается, но база является картофельный суп, вы знаете, получается абсолютно необыкновенный новый вкус. Дальше, когда это все набухло, закрыли какой-то крышкой, это все набухло, мелко нарубленную зелень, заранее приготовленную, вы можете либо в общую тарелку, и я, например, я люблю больше в общую тарелку, мне просто так быстрее. Вот. Либо вы отдельно ставите мелко нарубленную зелень, отдельно ставите сливки или сметану для тех, кто хочет добавить, и каждый подходит с лэровским стаканом. У нас шикарные лэровские стаканы. И вот этот лэровский стакан как раз вот эта порция супа. Каждый кладет себе зелень и сметану по вкусу. Вот. И вы знаете, это необыкновенно вкусно. Необыкновенно вкусно. И так как сейчас зима, и все-таки зимой как бы горячие вот такие вот, блюда, они, как бы более такие, востребованы, чем коктейли, то вот на мероприятиях, вот сколько у нас было человек, люди приходят в очередь за добавкой. И именно вот такой простой рецепт. И чем больше будет зелени в супе, тем будет вкуснее. Если вы дома, вы в новогодние каникулы дома, и к вам пришли друзья, вы знаете, наверняка у вас найдутся овощи. Это могут быть овощи сырые, это могут быть овощи замороженные, это могут быть грибы сырые, это могут быть грибы замороженные. А все то же самое делаем на картофельном супе, но что очень вкусно. Если вы сначала припустите овощи, какие есть? Вот здесь у нас морковь, кабачок, сладкий перец, по-моему, даже чуть-чуть помидорка есть. Вот. Тоже припускается на масле, масло я уже объяснила какое, или вот грибы с зеленью. Если шампиньоны, то это вообще 2 минуты. Если у вас в холодильнике найдутся хорошие лесные грибы, приготовьте их заранее, чтобы они уже были готовы, потому что этот суп, он буквально 3 минуты и готов. И, пожалуйста, хотите с овощами, хотите
с грибами. Тоже очень вкусно, и все остальное ингредиенты вы видите. На картофельном супе можно делать запеканки. И в зимний период, особенно в каникулы, вы знаете, у вас абсолютно точно с вашего новогоднего стола что-нибудь останется. Возможно, останутся отварные овощи, вот как здесь, например, да, показана капуста брокколи и капуста цветная. Возможно, у вас останется, например, нарезка какая-нибудь, там, мясная, например, да. Вот, вы можете эти остатки взять, значит, поместить в какую-то керамическую емкость, отдельно смешать суп картофельный, он базовый является, воду, вот, и, допустим, сколько-то яиц. Все это перемешать с зеленью и залить и в духовку. Вы знаете, во-первых, как бы запеканка воспринимается после тяжелых новогодних застольев очень комфортно. Предупреждаю, запеканка получится очень сытная. То есть она намного сытнее, чем обычная. Вот. И вы удивите своих там гостей, которые к вам придут на Новый год. Во-первых, это будет очень быстро и, ну, не знаю сколько, наверное, минут 30 понадобится, чтобы вот из готовых продуктов, которые у вас остались, запечь такую запеканку. Следующий мой любимый суп. Это мой любимый суп. Овощной суп с карри. Вы знаете, он более такой, вот если томатный суп, он ярко выраженный томатный, если картофельный, он такой более нейтральный, такой домашний, может быть, даже у него есть слегка грибной вкус, то карри для меня необычный. Я никогда не была в Индии, наверное, мне еще только предстоит, называется индийский, но там как-то так сделаны приправы, что они вкусны для европейского человека. Значит, вот так вот он будет выглядеть, если он будет у вас только один приготовлен. Давайте смотрите, из чего он состоит. Слим-актив, суп овощной с карри, индийский. Способ приготовления классический такой же. Хлопья картофеля, крахмал, соя, кукуруза, лецитин, репчатый лук, карри, грибы, зеленый лук, куркума, гидролизованный коллаген. И опять витамины и минералы. Состав по витаминам и минералам, это нужно прямо сравнивать, вот как, вот где, кому, что. Значит, дело в том, что иногда вот по поводу витаминов, минералов, я себя сама спрашиваю: Таня, какой суп ты хочешь? Потому что мы, не могу сказать, что мы едим суп каждый день такой, нет, это неправда. Мы едим супы, коктейли, но коктейли я ела вот сегодня, первый раз вот за несколько дней до этого была в командировке. Вот, супы мы обязательно едим один раз в неделю, они не хранятся, они готовятся только свежие и сразу же съедаются. И когда мы решили, что, то есть мы, например, с морепродуктами, ну, больше томатный, да, или, например, с грибами, больше картофельный, но иногда нам хочется смешать что-то. И я себя спрашиваю, что ты хочешь на данный момент? Дело в том, что составы этих супов, они все равно немножко отличаются. И минеральный состав, они тоже немножко отличаются. Если вы будете спрашивать свой организм, и у вас будет набор из тех трех супов, вы никогда не пожалеете об этом. Вот, у вас будет очень большое разнообразие вкуса. Значит, что очень вкусно и что уже проверено на большом количестве партнеров? Вот этот овощной суп очень вкусен, если его подать, как вот здесь сделано, либо с куриными фрикадельками, и видите маленький такой кусочек сливочного масла. Сам способ приготовления одинаковый. Либо вы можете приготовить суп отдельно и, например, подать к нему рыбные котлетки. Вот. Либо у нас после новогодней ночи, после застолья, наверняка что-то останется. Там какие-то овощи опять, какая-то нарезка. Вот, вы можете это порезать и, соответственно, вот в готовый суп уже положить. Если вам нужно более мягкий вкус, вы можете добавить что-то молочное, зелень. Вот, но готовится все очень просто. Единственное, я предупреждаю, что супы достаточно сытные, порция большая. То есть для меня достаточно где-то 1/3-1/2 порции. Ну, если мужчина большой и сильный, наверное, он съест полную порцию. Вот. Если вы очень хорошо прогуляетесь по свежему воздуху, там покатаетесь на лыжах, на санках, вы знаете, вы придете, и вот такой горячий суп с какой-то небольшой заготовкой, вот если у вас там что-то есть, да, вот, это будет просто замечательно, потому что сам суп готовится быстро. Вам не надо будет там варить мясо, потом учить заправлять его и так далее.
Сейчас у нас в декабре на все-все-все три супа, и на томатный, и на карри, и на картофельный, идет скидка. Эта скидка у нас вот-вот закончится. Значит, она идет до 29 декабря. Скидка очень большая. Любой суп идет со сэкономить 20%. Это 7 порций по 400 миллилитров, да, в подарок. Ну, 400 миллилитров – это вообще как бы очень много. Я уже предупредила, как правило, ну, меньшее количество. И тогда будет больше порций. Вы знаете, если вы думаете, брать для себя супы или нет, вот в период новогодних праздников, мне кажется, сейчас уже мир меняется, да, что-то мы приготовим обязательно на Новый год, но это что-то в основном будет, ну, не суп. Ну, согласны со мной, что на новогодний год мы не будем есть суп, а вот после новогодней ночи мы будем суп есть с удовольствием, потому что желудку надо отдохнуть, и у нас останется еще какие-то заготовочки, у нас останется салатики, можно же небольшой салатик съесть и порцию супа. Так тоже можно. Вот. И очень хорошо, что в этой акции все супы идут отдельно. То есть не надо брать набор. Вот хотите, все три возьмите, хотите, возьмите один. Вот у меня вот, ну, все подзакончилось практически. Вот да, вот я не знаю, вот чуть-чуть тут и вот чуть, да, тут вот, да. То есть да, у нас вот да, томаты вообще уже весь съели. Вот и поэтому за субботу-воскресенье на мероприятии закончится все. У меня совсем ничего не останется. Я буду заказывать себе все три супа. Так, карри, да, вот, хорошо, идем дальше. А следующее, что очень хорошо именно сейчас, когда зима, когда у нас будут новогодние каникулы, когда мы сможем с вами погулять по улице, покататься на лыжах, просто насладиться свежим воздухом, в конце концов отдохнуть. Вот, это что-то, что даст всей семье взбодриться. Например, протеиновый коктейль, который по вкусу похож на сливочное мороженое. Почему бы всей семьей не сделать такой коктейль, не прицепить туда деток, не сделать ревизию холодильника. А в холодильнике у нас у всех есть замороженные ягоды, которые, простите, почти никто не ест. Мы их как заморозили, вот время декабрь, вообще ничего еще не ели. Вот. Почему бы вот это все вместе и не приготовить? Значит, у нас очень необычный протеин, он содержит соевый изолят, вот это такая очищенная форма соевого белка, она по содержанию аминокислот очень-очень богатая, ну и похожа на яичный или животный белок. Вот. Кроме того, она содержит цельный молочный белок, но вообще цельный молочный белок, он разный. Вот посмотрите, он делится по протеинам на казеин и сыворотку. Вот, причем 80% казеина, 10-12% альбумина, 3-6% глобулина. Эти все белки, они отличаются по молярной массе, по строению, по форме, в виде чего они находятся. Вот глобулин, он более такой, как бы, ну, как глобула, такой, ну, как бы, как шарики. Вот, а альбумин, он более такой длинненький, вот. Значит, теперь казеин, он очень плохо растворяется в воде и присутствует в воде в виде маленьких мицеллов, коллоидно-дисперсных систем. Вот. А сывороточный белок, у него более маленькая малярная масса, он более водорастворим. Вот. И степень усвояемости казеина и степень усвояемости сывороточного белка разная. Почему вот в нашем протеине сделано несколько видов белка? Потому что целью нашего протеина является обогащение рациона любого человека, и ребенка, и взрослого, и спортсмена большим количеством белков разного строения. Разного строения, потому что различные белки, они имеют совершенно разное, ну, как бы, значение и разная степень усвоения. И наиболее важными являются так называемые белки с разветвленной боковой цепью. Эти белки, они очень полезны для спортсменов. Эти белки очень полезны для того, чтобы мы после тяжелых застольев новогодних получали белок очень легкий, который переваривался, ну, за определенное время. И вот посмотрите. Если мицеллярный казеин формируется в комочке и задерживается в желудке на 6-8 часов, то, в принципе, вот почему бы, если мы не захотели есть,
новогодние каникулы, нам на ночь не приготовить вот этот коктейль. Во-первых, по вкусу это как сливочное мороженое. Вы можете сделать его на молоке, тогда вкус сливочного мороженого будет еще более явно выражен. Кто-то делает на кефире, но кто-то делает на воде. Это вам решать, молочное вы кушаете, не кушаете, это уже, да, как бы. Да. Вот, теперь, значит, ага. Почему туда добавлен казеин от кальция? Понимаете, не всем нужно, чтобы всю ночь у вас там этот казеин растворялся. А спортсменам, которые употребляют наш протеин до тренировки или сразу после тренировки, что нужно? Нужно, чтобы белки мгновенно поступили в кровь. Но мгновенно не получится, белок это все-таки не минерал или там не алоэ вера. Вот. Но казеин от кальция уменьшает переваривание казеина в желудке с 6-8 часов до 2-3 часов. Вот. И до тренировки или после тренировки, кто пойдет на тренировки или кто там пойдет на лыжах, очень-очень даже это будет хорошо. То есть разная степень усвоения, и получается ну, такая, как вам объяснить, не мгновенно весь этот белок усвоится, а в течение, начнет он усваиваться от 2 часов и закончит 8 часами. Вот так вот разные фракции белка будут усваиваться. Ну и, конечно, сывороточный белок, он усваивается очень легко, вообще он первым усваивается. Вот у него есть очень много аминокислот с боковыми ответвлениями, здесь они написаны какие. Вот. И, к сожалению, его не так много в нашем белке, в нашем протеине, но это и понятно. Вот, потому что он менее сытный, но он дает очень полезный набор аминокислот, из которых потом наш организм будет строить нашу ткань, и мы будем молодые и красивые. Кроме того, детка будет просто вкусно. Вот. Ну и у нас в протеине есть яичный белок. Яичный белок сам по себе, он бывает и от белка, и от желтка. Обращаем на это внимание, потому что некоторые считают, что в составе желтка нет белков. Нет, там тоже есть белки, и состав желтка он еще более богатый, чем белка. Вот. И у него степень усвояемости тоже достаточно высокая. В целом, протеиновый белковый коктейль создан для разных целевых аудиторий. Давайте мы посмотрим. Детям и взрослым для включения в рацион питания легко усвояемого белка. Спортсменам и тем, кому требуется белковое питание для добора необходимых видов аминокислот и белков. Вот здесь нужно очень-очень остановиться, потому что если в вашем питании недостаточное количество белковых фракций, это будет служить вам большим-большим подспорьем. Дальше. Третье. Женщинам и мужчинам как элемент омоложения и повышения упругости и эластичности кожи, лица и тела. Следующее. Желающим скорректировать свой вес. Очень даже хорошо подходит желающим удержать вес, как ночной дежур, в качестве вкусных, полезных перекусов, которые готовятся за одну минуту. А, честно скажу, вот лично я не очень люблю протеин на воде. Ну, вот лично я. Но для меня протеин, приготовленный на молоке, он очень сладкий, потому что сейчас все молоко, оно идет вот, достаточно сладкое по вкусу. Вот, с учетом, что если оно относительно свежее, то оно однозначно зимой сластит. Вот. Коровки, дело в том, что готовится рожать телят, и у них само по себе молоко такое становится, плюс добавки, которые туда добавляются. Вот. И, например, если вот на ночь, мне все-таки комфортнее либо с кисломолочным, либо вот я, бывает, даже покупаю натуральный йогурт или закваску и разбавляю ее водой. Вот, тоже кажется вкусно. Поэтому пробуйте, тренируйтесь. Молоко может быть не обязательно коровье, мы уже об этом говорили. И вот чем мне нравится, что туда можно добавить всякие ягодки, фрукты и как бы вот быстро перекусить, будет очень-очень, ну как бы так, приятно. Комплексное использование множества источников белка позволяет нам увеличить степень использования белковых веществ молока, повысить биологическую ценность продукта, улучшить, сбалансировать незаменимыми и незаменимыми аминокислотами наш рацион. А я уже говорила, что очень вкусный протеин, ешь его как подтающее сливочное мороженое, а получаешь много белков, аминокислот и других полезных веществ. У нас в протеине еще есть витамин и есть минерал, который позволяет хорошо усваивать аминокислоты и улучшать степень как бы, усвоения более крупных фракций.
Попробуйте. Я думаю, вот в Новый год самое то. Вместо там обычного мороженого, которое очень калорийно, использовать наш протеин и вместе с детками приготовить. Вот он такой в красивой коробочке. Вот он. Сейчас покажу. Он тоже достаточно большой. Вот это я, а это вот наш протеин. Вот, то есть очень большая банка протеина. Теперь. Чем отличается наш протеин от спортивных протеинов, которые используют спортсмены за месяц до тренировки? У нас есть в Екатеринбурге очень известный врач-косметолог, и она сказала, что спортивный протеин даже нюхать нельзя, не то что есть. То есть для чего спортивный протеин? Понятно, что качество его не очень высокое, потому что он преследует единственную цель – за месяц перед крупными соревнованиями набрать мышечную массу такого качества, которую нужно. Наш протеин, у него нет такой цели. Понимаете? Для того, чтобы после нашего протеина выросли мышцы, простите, потренироваться надо. А если вы его выпьете и будете ждать, что мышцы вырастут, ну, не вырастут они. Вы просто что сделаете? Вы обогатите свой рацион. Наш протеин можно ребенку дать, спортивный ни в коем случае. Наш протеин никогда не ухудшит работу органов пищеварения, особенно печени и почек. А спортивный протеин очень сильно ухудшит состояние. Но никому это не интересно. Мы просто вели несколько переговоров с тренерами, те, которые тренируют спортсменов, и они все сказали нам одно и то же. Что нам ваш протеин? Вот такая коробочка. Что нам с ним? Нам нужен протеин 5 килограмм, чтобы вот конвейером спортсмены подходили и вот такими охапками брали и ели. Нам нужно за месяц подготовить их к тренировке. Все. Понимаете, мы на разных языках. То есть те, кто реально, есть спортсмены, которые используют наш протеин. Это очень продвинутый спортсмен, который имеет хорошие результаты в спорте. Но он стоит другие деньги. Качество очень высокое качество, которое безопасно и, возможно, есть ребенку. Вот. А если вы хотите еще и мышцы накачать, придется двойную порцию брать. Вот. Потому что та порция, которая написана, это для девочек. Для мальчиков, которые хотят мышечную массу, надо двойную порцию. И еще протеин можно, знаете, когда использовать. Вот если вдруг вы за новогодние каникулы наберете чуть-чуть веса, ну и потом решите пойти, например, там 5-го, 7-го, решите пойти там потренироваться, у женщин очень такая странный организм, он думает так. Есть не дала, тренировка изнасиловала. Если еще сейчас в течение часа после тренировки ничего не даст, включай режим, экономим. И вы не постройнеете ни на грамм. Я не знаю, почему такой наш организм женский. Он вообще странный. Вот. Поэтому что мы делаем? Мы когда чувствуем, что мы набрали, например, за первые там 3-4 дня сходили ко всем и всех поздравили, и всем майонезные салаты эти поели, и пироги поели, и вообще так поели, что уже вот так, и не стали готовить супы легкие, да? Вот. Мы потом пошли потренировались и в течение часа после тренировки выпили протеин. Что думает организм? О, молодец, потренировалась, но есть дала. Хорошо, хорошо, лишний жир сбрасываю. Удивительно. Понимаете? Удивительно. Вот казалось бы, ты меньше ешь, и ты более стройный. Ничего подобного. Как мне объяснили профессиональные тренеры, если девушка хочет стройности, она обязательно должна вот такой протеиновый коктейль употреблять. После тренировки лучше. И, конечно же, у нас остаются наши коктейльчики. Коктейльчиков у нас три: ванильный, клубничный и шоколадный. Но вот у меня только остался клубничный и шоколадный. Вот. Они тоже приблизительно в таких рамках. А когда мы их используем? Значит, мы их можем использовать на завтрак, мы их можем использовать как перекус, мы их можем использовать на ужин.
По моему опыту, значит, во-первых, число ложек в коктейлях и супах разное. Предполагается, что для приготовления полной порции коктейля мы берем 3 столовые ложки порошка. И состав коктейля, он, конечно, отличается от состава супа. Посмотрите, соевый белок на первом месте, овсяные хлопья, мука, соевые отруби, лецитин и, соответственно, минералы, витамины. И в коктейлях витаминов, минералов побольше, чем в супах. Самый богатый по минералам коктейль – это коктейль «Шоколад». И в коктейле «Шоколад», вот он попозже будет, большое количество железа, цинка, йода. Очень большое количество. Как можно готовить коктейли? Вот он, коктейль «Шоколад», пока вы смотрите, посмотрите, железо 112%. Вот у кого по каким-то причинам железодефицитная анемия, ваш продукт – коктейль «Шоколад». Вы можете готовить любой коктейль на молоке, можете готовить любой коктейль на разбавленном кефире, можете готовить любой коктейль на разбавленном йогурте, на разбавленной закваске, на воде, на соевом молоке, на овсяном молоке, просто, ну, я не знаю, на любой жидкости. Значит, вы можете эти коктейли смешивать. Особенно такой изысканный вкус, если, например, смешать клубничный и шоколадный. Вот прямо вот очень вкусно. Теперь, если вы делаете на кисломолочном, на жиденьком этом, кефирчике, например, то надо иметь в виду, что коктейль-шоколад, он самый как бы густой, потому что туда входят натуральные шоколадные какао-бобы, перетертые. И они очень сильно набухают. То есть смотрите, если вы берете одно и то же количество, например, кефира. В один положили 3 ложки ванили, в другой положили 3 ложки шоколада, а в третий положили 3 ложки клубники. Смотрите, как интересно. Шоколад будет самый густой. Прямо густой ложка будет стоять. Дальше ваниль будет средняя по густоте, а клубничный будет самый жидкий. Ну, вот разное все-таки, здесь составы разные, и в каждый коктейль входят такие, знаете, ну, как бы сплющенные овсяные хлопья. И они, если коктейль чуть-чуть постоит, немножко растворяются, а если вы коктейль не будете хранить, они такие жесткие. Для чего они добавляются? Для того, чтобы организм получил пищу, которую нужно чуть-чуть пожевать. Детки не очень любят, когда в коктейле что-то там плавает. А у нас вот эти вот хлопья, они есть. Тогда что мы делаем? Мы для детей, для людей, которые пожилые, для людей, которые больные. Пока третий, смотрите, вкус коктейля и сравниваете его по составу. Здесь чуть меньше железа, но больше меди, например, ну потому что здесь входит, соответственно, порошок свеклы. Вот, здесь самой клубники фактически нет, посмотрите, здесь ее вообще нету, да, то есть он со вкусом клубники, да, но окрашен он соком свеклы, а свекла, она очень-очень обогащена различными минералами, поэтому состав постоянно меняется у коктейля. Значит, смотрите еще раз, если у нас ребенок, пожилой человек или тот, у кого, например, есть вопросы с желудочно-кишечным трактом, значит, что мы делаем? Мы берем кофемолку. В кофемолку кладем то количество коктейля, которое вы хотите приготовить, и его в пудру, в муку. Тогда вот эти вот хлопья, которые на поверхности, которые так плоские плавают, они превращаются в муку, и ребенок или более такой, ну, не знаю, может быть, там с животом у человека что-то не в порядке, да, получается более такая гомогенная еда, и едят с удовольствием. Вот, я уже давно вот на такой способ перешла, вот, хотя я очень люблю вот эти вот хлопья, которые на поверхности плавают. Я для себя делаю именно из-за того, чтобы там вот эти хлопья, их вот пожевать, мне это очень нравится. Вот, а в сочной клубнике еще и банановые вам есть хлопья. Значит, очень-очень ценных много веществ, витаминов, минералов, все они есть в наших коктейлях. По минерально-витаминному составу это, конечно, на данный момент самые богатые продукты, вот, которые являются едой, имеется в виду, потому что у нас есть продукты, которые едой не являются. Теперь, как разнообразить новогодний стол с помощью коктейлей?
Значит, вы можете сделать коктейль не такой густой, как написано, потому что если вы сделаете 3 ложки и добавите 250 мл жидкости, у вас ложка будет стоять. То есть я делаю коктейль все-таки, ну, разбавленнее в 2 раза, а как вы будете делать, вы сами решите. И очень вкусно, если вы стакан с коктейлем как-то украсить. Опять ищем замороженные ягоды, трем, например, шоколад. Вот здесь вот листики мяты. Можно в коктейль добавлять любой фрукт. Значит, какое количество? Сейчас я подскажу. Значит, вот сейчас, например, идет сезонный фрукт хурма. Представили? Хурма, она небольшая. На порцию вам нужно четвертинку только. Но только обязательно ее надо сначала разрезать, вытащить косточки, положить в этот коктейль готовые кусочки хурмы и, ну, или банан, или чего вы хотите, киви, вообще, чего хотите. И если вы хотите, чтобы это осталось кусочками, вы так и оставляете. А если вы хотите, чтобы была более такая равномерная текстура, вы тогда берете блендер и блендером это все разбиваете. В зависимости от того, какой фрукт вы положите, у вас будет более сладкий вкус, более нежный вкус, более свежий вкус, более утонченный вкус. Плюс вы можете смешивать сами коктейли друг с другом, и количество разнообразия по коктейлям, ну, не меньше, чем по супам. То есть, ну, не знаю, очень большое количество. Так, ага, вот. А коктейли, к сожалению, у нас сейчас нет акции отдельно на коктейли, но коктейли всегда можно купить в наборе из 3 штук. Это регулярная акция, которая есть в нашем основном каталоге. И даже если вы купите набор, то 10 порций по 300 мл у вас выйдет в подарок. То есть тоже хорошо. Вот. Коктейли продаем, покупаем вот в такими наборами. А так можно отдельно купить любой, как вы хотите. Вопросы сейчас я отвечу, сейчас я расскажу и отвечу. Так, следующее, что очень нам поможет новогоднюю ночь. Вот просто, знаете, без этого совсем никак. Нам потребуется чай, который мягко очищает печень и почки. Это наш чайный напиток Herbal Fasting. Это очень хороший напиток, компоненты которого произрастали совершенно в разных странах. И в Южной Америке, в Южной Африке, и в Средиземноморье, и в Китае, в Индонезии, и на Кавказе, и вообще. Но это я когда готовила сообщение отдельно по этому чаю, я не знаю, я была удивлена, кому пришла в голову вот такая совершенно необыкновенная композиция. Что для нас важно? Ну, не секрет, что на Новый год мы что-нибудь-то выпьем. Ну, большинство. И, соответственно, водный баланс абсолютно точно у некоторых может нарушиться. И нам потребуется скорая помощь. Так вот, скорой помощью является наш чайный напиток Herbal Fasting. Поэтому обязательно, чтобы он был. Он, во-первых, мягко очистит печень, почки. Во-вторых, после каких-то застолий, после чего-то жареного, майонезных там каких-то вещей, вот, у вас, соответственно, будет намного легче и лучше вам. Вот. Этот чай можно пить отдельно. Этот чай можно пить с лимоном. Этот чай можно пить с медом. Этот чай можно пить теплым. Можно пить горячим. Ну, любым. Вот. И, в принципе, он вкусен по-всякому. Я очень люблю его с лимоном. Вот, правда, люблю с лимоном, с молоком его тоже можно пить, но я с молоком чай практически не пью. Вот, ну, реально, жемчужина чай, поэтому обратите на него внимание, чтобы он был. Потому что, когда он понадобится, вот, прямо, знаете, вам большое количество спасибо скажут гости. Потому что если они какое-нибудь мясо жареное съедят, вот, а потом вы вот этот чаечек, и вообще вы просто замечательно, да, и весь организм восстановлен, да, и не надо там никаких таблеточек. Ну и последнее, на что заявлены новогодние каникулы, это гармонизация сна. Тут, конечно, не так все легко, как с какой-то едой, да, как с полезной, правильной едой, потому что конец этого года оказался очень напряженным для многих. Вот. И количество, к сожалению, заболевших разными видами болезней, в том числе и ковидом, в больницах нашей страны очень высокое.
очень высокая, и кто-то болеет дома, кто-то болеет в больницах, у кого-то болеют бабушки, дедушки. И эта ситуация, она не улучшится, и в новогодние каникулы она легче не станет. Поэтому, если все-таки у вас есть какие-то случаи, что вы недавно переболели, ваши знакомые болели или еще как-то, и у вас в связи с этим произошло нарушение сна, или вы вообще не болели, но вы, например, вот написано тут одна из причин, вот материнская тревога, конец года, что особенно материнская тревога за взрослых детей. Вы знаете, за маленьких детей не так переживают, как за взрослых. Угу. За взрослых детей прямо вот вообще, чтобы и там, допустим, у сына бизнес, и чтобы бизнес-то у него закончился, чтобы, значит, он все успел, и, значит, ему надо и зарплаты всем выплатить, и все требования сделать, и торги до сих пор идут, и до последнего дня будут идти, и бюджетникам деньги сбрасывают, соответственно, это нужно все завершить. И вот это гипервозбуждение, большая скорость перед Новым годом, она приводит к тому, что людям просто некогда спать. Некогда спать. И тут, конечно, написано очень много всяких таких вещей. Взяла я это не сама придумала. Мы взяли эту информацию от серьезных научных статей, которые опубликованы в открытой печати. Вот. Поэтому, если все-таки среди ваших знакомых, среди ваших родных, среди ваших партнеров, клиентов есть потребность в нормализации сна, мы помним, что у нас есть ночной мастер. И даже если мы в течение 2 недель, то есть сейчас начнем и потом перейдем на Новый год, но только его не надо пить в саму новогоднюю ночь. В саму новогоднюю ночь нам однозначно понадобится мастер экстрим, ну, чтобы нам новогоднюю ночь тусить все-таки. Вот, и новогоднюю хорошо встретить. Вот. И здесь большое количество компонентов, которые нормализуют психоэмоциональное состояние. Конечно, для полной нормализации нужно 3 месяца, 3 упаковки. Честно скажу, 3 упаковки. Но даже если у нас есть 2 недели, то есть вот мы сейчас и до 10 числа, наверное, каникулы, у меня всегда новогодние каникулы, свой режим работы, поэтому я не знаю, кто там, когда выходит. Вот. Уже сейчас результат будет. А самая такая жемчужина, которая здесь находится, это L-триптофан, изомеримая ароматическая аминокислота, образует гормоноподобные соединения серотонина и мелатонина, и, соответственно, она вообще в природе существует в D и L форме. Вот, у нас более очищенная форма L, L-триптофан, находится в нашем продукте. Значит, при разработке этого продукта было поставлено конкретные 3 цели, чтобы человек быстро засыпал, чтобы у него был глубокий сон, и он легко пробуждался. Этот тройной эффект заявлен. Это является уникальностью данного продукта. Плюс здесь большое количество растений содержится, и привыкания к этому продукту нет. Как правило, нормализация сна уже идет у кого-то с первого приема, у кого-то только через 2 недели. Поэтому обратите внимание, что в течение 1-14 дней сон потихонечку должен нормализовываться. Если вы 3 месяца пропили, у вас точно сон нормализован, психоэмоциональное состояние станет намного легче, лучше, вы будете лучше просыпаться, у вас будет больше сил днем, и, соответственно, вам больше не понадобится. То есть вот такой серьезный курс – это 3 месяца. Небольшой курс, но я уже объяснила, 2 недели, но не меньше. Вы знаете, у меня, например, есть знакомые, партнеры ЛР-компании, врачи, и они на себе, когда испытывают, я очень доверяю, когда врачи испытывают наши продукты. Ну, честно говорю, потому что они испытывают это, ну, как вам объяснить, без подгонки результата. Им очень интересно, и у них своя как бы специфика. Вот. И все они приблизительно говорят одно и то же, что когда перед Новым годом очень много клиентов, партнеров, бизнес растет, у кого-то еще, кроме этого, какая-то работа, какие-то виды деятельности, и ты фактически уже не спишь, то что ты делаешь? Ты буквально делишь сон на кратно 1,5 часам. То есть, например, у тебя есть возможность поспать 3 часа или 4,5 часа или 6 часов. Вот ты заводишь будильник на 3 часа,
на 4,5 или на 6 часов и пьешь L-триптофан. Лучше он растворяется в небольшом количестве тепленькой водички. И минут за 20 до этого порошочек в водичке растворили. Ну, такой у него нейтральный вкус, да, и его выпили. И вот все, кто у меня тестировал, именно доктора, все в восторге. Вот, потому что, ну, прямо он действует, вот, как бы очень хорошо. Но если степень стресса очень высокая, имейте в виду, что может потребоваться время. Вот, потому что там все-таки очень много натуральных компонентов, хмель и другие компоненты. Вот. А у меня на сегодня все. Вот это мой последний слайд. Значит, помните, как было заявлено. Значит, наши новогодние каникулы.